Дорогие друзья, наступающий Новый год подводит итог целому десятилетию, за которое у нас всех в России и в мире произошло немало событий. Однако, несмотря на все испытания и вызовы, с которыми мы сталкивались, у всех нам было много поводов гордиться собой, нашими близкими и нашей страной. Также и во всем мире, несмотря на политику препятствий, люди на земле, какой бы нации они бы ни были, продолжают сотрудничать, дружить и вместе идти вперед. Сотрудничество в космосе – яркий пример такого международного единения. И то, что круг международных партнеров по космосу расширяется, показывает верность выбранного всеми нами пути. Друзья, в последний день каждого года мы собираемся вместе, чтобы сказать друг другу теплые слова и пожелать самого лучшего всем, кто нам дорог. Мы – большая международная семья МКС, делаем то же самое. Мы хотим, чтобы каждый из вас, как и мы, запомнил в этом году самое лучшее, оставив позади плохое. Давайте вместе пожелаем друг другу новых достижений, удивительных открытий, радости и счастья, здоровья и благополучия. С Новым годом! Космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка.